Не поделили дорогу, АК врезалась в иномарку. Двое пострадавших. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на перекрестке улиц Октябрьская и Свердлова. Пострадали водители, пассажиры автомобиля АК, жители микрорайона Южный. У 75-летнего мужчины ушибы и черепно-мозговая травма. У женщины 72 лет ушиб надбровья и подозрение на сотрясение головного мозга. Помощь оказывала проезжающий мимо машины скорой помощи.